Всех привет и приятного просмотра. Продолжаем пройти в Warcraft. Ну что, погнали. Нам нужно идти... сюда же идти, на таверну. Забыл об этом. Таверну нам надо идти. И договариваться с ними, с собранной командой Браво. Вот она. Опять ты, да? Мой лук и нож, где ты? Амулет Джейд... Мой дорогой Джейд, пора бить орков. Завершить. Его мы получаем достижение налетчиков. Почти получаем достижение, тут первая кровь. Так, ладно, что тут за дальше пройдет? Для того, чтобы справляться с тобой и командой Браво, ряд это орков и Черной горы, понадобится целая армия. Не меньше. Куда будет готово, приходите к нам к док у озера Безмолвия. И мы отправляемся на лодке в лагерь в другой стороне озера. Ну, до встречи, Арета. Окей, вон это я принял. Все нормально. Погнали туда, на ту сторону. Простите, все. Никак все не пройдет у меня. Ну ладно. Чудесно вообще. Ученица мне, пожалуйста. Прощай. О, я могу уже пожарить все, да? И продать, что мне не нужно. Так, что я могу пожарить? Это понять не могу, ничего сделать. Что-то как-то странно все. Ну окей, значит нет как нет. А это что за мясо? А, ну уже приготовлено это мясо, ё-моё. Это я не знаю, как делать. Понятно все. За Альянс. Блин. Так, о, на улице дождик идет. Это просто замечательно. Ну что, пойдем на ту сторону сейчас. И посмотрим, что из этого выйдет в данный момент у нас. Вот они нас уже ждут, голубчики. Ну что, погнали. Весла нам не нужны. Сейчас у нас этот маг все сделает. Это хуеть, да, магия, блин, пиздец. Вот это магия мирового масштаба, а. И среди них она девушка сидит. Что-то она так сидит, как-то странно. Я так понимаю, это раньше замок был альянский, потому что башни такие. Нифига тут мурлоков. Супер, мы все. Мы тут все выходим. Да ладно тебе. Они тут пропадут и появятся прямо здесь. Но мы тут открываем орлов маршрут. Чем могу быть полезен? Может так сказать. И переходим сюда. Привет. Так, пора убивать орков. Ой, сколько заданий-то. Нужно собрать весь набор, без него мы ничего не сможем сделать. Помоги нам еще раз, Арета, кое-какие данные можно получить только от разведки. И, к счастью, нам помогает кое-кто из штормграда ШРУ. Прислал сюда моего старого боевого товарища по имени Сухопек. И он все для нас вынюхивает. Теперь надо будет встретиться с ним на поле. Это юго отсюда. Иди найди его и узнай, что там. Береги. Понятно. Тут что за квест? Гаду магистр какой-то. К югу отсюда озеро Теракти орудует банда орков Черной горы. Они бродят по лесам и темноте нападают на прохожих. Это банда первой линии защиты армии Черной горы, они разведкой доносят обо всем, что видит своего верховного командования. Нужно уничтожить их, или все наша деятельность здесь окажется под угрозой. Вперед отправляйся на юг и убей всякого охотника из клана Черной горы, кого встретишь. Окей.
А ты что мне расскажешь? Для того, чтобы разобраться с армией Черной горы, спасти Красногорье, нам нужны припасы. С этим ты нам не поможешь, новенькая. Кейшан вевел меня собрать маскировку для полевого набора команды Браво, поэтому тебе нужно будет отправиться на юг и немного там посадовничать. Для маскировки нужны листья и листья-эксперименты. Нет, а ты как думаешь, из чего то делают камуфляж? Так что иди на юг и собери, что из... я спросил, подруга. Так, первая часть нашего задания — это только тайная операция Арета, поэтому нам нужно лишить врагов дееспан способности, и чтобы ни разу, а для чтобы потребуется хлороформ. Хлороформ нужен извлечь из грант грязекопов, которые живут на дне озера. Безмолвие, но для этого придется нырять и сражаться под водой. Как думаешь, у тебя получится? Когда соберешь дальше грант, неси их сюда, чтобы что где озеро, глаза разуют чучело прямо к западу отсюда. Охуеть, просто, блядь, обозвали нафиг, иди как хочешь, блядь, ты должен это сделать, ты должен то сделать. Короче, какая-то фигня. Так, я еще под водой не умею, да, дышать бесконечно. Это плохо. Вот это, да, где надо убивать, я так понимаю, да? Где надо убивать? Плавник мне нафиг не нужен. На самом деле. Ну, сколько заданий нам давали? Все продолжаем их проходить. Это окей. Конечно, дыхание было бы больше, но вообще-то столько дыхания, то слишком долго. Под водой держится, один человек сколько не выдержит почти. Ну, может, некоторые выдержат, не спорю я вот. Нет, тем более не засек, может, 5 минут некоторые выдержат. Так, понятно все. Вообще-то давай тебя подлечим чуть, а. Так, замечательно, погнали дальше. А вот и труда есть. Надо запомнить эту фигню. Ух, нифига себе, старый беззуб какой-то тут плавает. Если не ошибаюсь, тут раньше вет был. Похоже, несколько чудовищ похоже на нее. Плавало. Давным-давно были такие времена. Но сейчас их уже нету. А почему я не могу его стрельнуть? И нельзя одинаково. Что-то я не понимаю нифига юмора. Так. Тут сундук заперто. Я не умею открывать его. Простите снова. Это не удержать никак, этот кашель. Получаем 308 опыта. Все, последний осталось. Это где у нас? Это не здесь. Вот он, последний. Как только будет приближенный, давайте будем стрелять по нему. Тут еще эта, блин, фигня бы, если бы не мешал так сильно. Все, дыхалка у нас почти заканчивается. Надо уже всплывать. Так, это мы выполнили. Сплыть. И тут где-то руда есть, надо руды дай прибежать. Вот она, руда. Я хочу до нее доплыть, и потом выйти наружу где-то здесь и начинать это задание выполнять. Вот это вот прям. Ну прям напротив. И всем сдать. Абсолютно всем сдать квест этот.
Так, тут опять заперто. Жалко, сундучки заперты. Так, погнали. Так, мне надо вот где-то сюда. Можно так подумать. Да, тут эти, блин, кишат. А тут есть где-то руда. Вот прям здесь. Вот и руда. Дорогая наша руда. Так, у нас почти уже двойной опыт уже заканчивается. Все ж нашли медь. Ну ладно, медь это хорошо. Вот это листья нам нужны. Куча листьев. Обязательно. И говно собирать надо нам. И вот этих пидоров убивать еще. Ну убей его, а. Вот падла получил свое. И у них еще говно, офигеть просто. Ник надо 8 убить. Это все прекрасно. Это хорошо, убиваем его. Я все понимаю, конечно, запах убирается, это все. Так, осталось чуть-чуть нам. О, вижу тебя. И конец тебе. Полноценно. Так. О, сок. Прикольная штука. Теперь листва осталось. А тут впереди будет листва? Это говно. А, вот будет листва. Замечательно просто. Вижу чмошника там ходит. А почему вот они типа скрываются, но при этом я их вижу. Вот он, падла. Вот еще один там идет. Блин, он всех призвал, падла. У меня массово нет, нифига ничего такого. Вот что плохо, питомец, блин. Всех призвал, блядь, а теперь мне разбираться, да? Офигеть просто, офигенно просто. Ты сдохнешь от этой фигни. Точнее, чумы этой проклятой. А я успею это убить. Все. Наконец убиваем всех нафиг напрочь. Я тебя вообще не боюсь. Можешь даже не тыкать своим копьем дурацким ко мне. Нет, в данный момент это фигня для нас. Лучше баню его. Лучше его призвать, блядь. Он меня все будет атаковать, а его сегодня не будет это. Все, погнали нашему шпиону. Из Штомграда, как говорят.
Ты офигел так копье далеко стрелять, а? Кидать его. Это просто замечательно. Убиваем их. Так, тут есть руда. Прям рядом руда есть. И там есть руда. Ну тут, блядь, руду охраняет вот этот чмошник, который решил меня в ближнем бою пойти на меня. Прикиньте. Вот это пиздыжник вообще просто. Так, это олово. Ну понятно, хорошо. Так. Все подбираем и пойдем еще за рудой. А потом пойдем кого сдавать. Узнавать, что там у них случилось. Блин. Бедный зайку убили. Ой, блин, падла-то, а. Вот и руда медная. Так, у нас данный опыт уже закончился. Ох, нифига себе, а что с ним сделали? Его повесили. Ну не прям буквально повесили, а... Здорово. Блин. Так. Сухопер мертв. А, он еще мертв. Ёб твою мать. Судя по всему, такие жуткие образы орки пытаются передать некое предупреждение. Осмотрев тело Сухопека, вы замечаете, что у него есть сумки. Барян, простите, никак. Кашан, если ты что считаешь, значит я мертв. Скорее всего, меня кто-то выдал. Орки чинят на... Чинит над своими пленниками. Чинит? Немысленное зверство. Да, Кашин, у них полные клетки военнопленных. Если ты хотел взорвать эту долину, то сперва придется освободить их. Передай жене, что я ее люблю. И что она самая... Брян. Вынесла проклятый мусор. Сухоперк. У них есть черный дракон. Отнеси донесение Сухоперка к Ишану. Блин, что ты каша разыгрался, падла. Не вовремя. Ну вот все, погнали. Его, значит, убили. Вот такие у нас дела. Блять, падла, нашел меня. Рассекретил меня. Это очень плохо. Ну ты сейчас сдохнешь, падла. Ну с них я все до сих пор получаю маленькие денежки. Очень маленькие, которые толк ничего не дают мне. Нифига. Так, квесты все здесь. Это вообще в палатку уперся и не знаю, что с ним делать. Вот этот чувак, блядь, вообще просто мутант. Общество, нифига себе у них. Так, что ты мне расскажешь, дело? Да прибудет с тобой. Так, они нашли Сухопека, да. Так, чтоб тебя, мало нам было проблем, тебе надо спасать пленников, нельзя... Подревать от долины вместе с ними. Да еще 4 дракона у орков есть. Ступай с честью. Так, давайте с собой. Эксперименты есть, вот все, что мне нужно. Вот это. Молодец, салага, пойду положу всю эту маскировку. Ящик, скоро все будет готово. Удалось добыть гланцы? Да, вот они. Так, отлично, орки теперь и пикнуть и не успеют, как... Сейчас я подготовлю тут все, что нужно, а потом сложу все в полевой набор. Молодец, Арета, нужно пошевелиться, пока ним не прислали подкрепление.
Встретиться с тобой большая честь. Полевой набор команды Брау готов, Арета. Возьми его и пойди в долину Рента. К юго-западу отсюда. Там освободишь наших пленников. С тобой пойдет Йоргенсен, чтобы прикрывать. Пленников держать в большой клетке в северо-восток от части долины. Но ключи от нее находятся в пещере. Южной части. Тебе надо будет украсть ключи, потом совершить отвлекающий маневр и освободить пленников. Удачи, Арета, я буду ждать с тобой в связи с помощью этого набора. Да благословит тебя свет. Спасибо большое, блин, погнали. Все освободим, все сделаем. Так, питомца хочу освободить от всего. Блин. Не хочу, чтобы со мной бежал он. Сейчас, подождите. Руду заберу, которую здесь нет вообще. А, вот она. Я думаю, меня опять заглючил, как себя область проходишь, там типа в другом сраке было труда, а это нет. Такие глюки бывают в жизни. Вот ваш дружок. Пирожок. Блин, никак не могу привыкнуть, блин. Кажется, это разыгрался вообще про жестоко под вечер. Так, надо маскировку одевать, да? Погнали. Хорошая долина. Прям замечательная. А зачем нам сюда? Сейчас уже нам это надо. Ключи достать. Это по-любому. Ну давайте дойдем до этих клеток, до интереса просто. И посмотрим, что из этого будет. Блин, тут руды тебе полна. Так. Понятно. Да, самый раз тут битву питомцев заниматься. Так, отвлечение его. Иди сюда. Он нас не заметил, это круто. Пойдемте в эту пещерку сходим. Как раз там ключи есть, которые нам нужны. Вот такие дела. Это замечательно. Его глюкануло. Берем ключи. Уходим отсюда. Так. Делаем так. И все собрались в кучу. А мы уходим. Они просто не в понятках. Что тут творится? Так. Мне хочется здесь пройти. Ты можешь туда попасть, а? Блять. Хуёво. А чё, нафиг это надо? Пойдем это посередке. Пройдемся, можно так сказать. Только нафиг он нам сдался, я не понимаю об этом. Тем более с мечом еще. Маскировка просто суперская. Прямо от этой маскировки офигеваю.
Надо как по-настоящему открыть всем. Офигеть, люди побежали, а за ними эти побежали. Так. Что же, все пряники вроде свободны, пора переходить в операцию, уходя, гасите свет. Теперь ты поняла, Арета, поняла, что нам нужно спускаться, чтобы выиграть войну? Этих чудовищ, мы должны сами стать воинами, и каждый никакой пощады. Теперь, когда пряники на свободе, ты сможешь заложить сефорий. Осторожно, проберись, каждый таможенное задание, здание, и оставь там одну зарядку. Заложи взрывчатку и в склад снаряжения и в башню Черной горы, и когда закончится, найди меня и всех остальных из команды Браво, каньоне Грининской ветры и к востоку от долины. Понятно, окей. Погнали. Теперь нам осталось всех взорвать. И все, задание будет выполнено, и эта серия, я думаю, будем заканчивать уже. Там дальше серии уже увидимся. Чуть позже. Можно так сказать. А тут всего же два. Это просто замечательно. Но тут слишком много народу, блин, пиздец просто. Так. Чувак. Я понимаю, нам надо наверх, да? Да, вообще просто супер. Вот сука. Пидор несчастный. Вообще я не могу его. А ему похуй. Может, помочь ему надо? Ладно. Выживет. Даже, а я могу его со спиной это сделать, а? Он дурак, ой дурак, ой дурак, блядь, пиздец, что творится здесь. Ну я тоже тут сдохну, нахуй. Блядь, это пиздец просто. Это пиздец. Из чего, почему, я не знаю. Ух, убежать еще далековато, блин. Еще как-то так бежать, потому что там вода. Еще фиг знает, куда попадешь, ё-моё. А вот нам сюда и надо, как раз вниз. Блин, а тут вода. Нормально, пройдемся. Нафига, мы плаваем по воде? А, ходим по воде. Я думаю, плавать научись. Призраки, мы умеем плавать в воде. Офигеть просто. Я так понял, что мы все выполнили, да? Давай здесь денег воскресим. Все, нас нету. Погнали сюда. Так. Нашу эту любимую фигню. Ставим сюда. И уходим отсюда. Уходим, уходим, уходим. Так, да, вижу вас. Мне туда надо. Надо через это идти. Куда люди побежали как раз. Нам надо туда идти. Вот сюда. На подъемчик. И там как раз орлы есть, которые как раз мне не орловской, а фигней воспользуюсь.
И как раз серия нормально подходит к 30 минутам. Мы выполнили все, только сдохли один раз, но это не важно. Вот он здесь. Так. Игрофон здесь нет. Ну ладно, в данный момент создадим. Я могу помочь? А тебе пусть все тут взлетит на воздух. Так, взрывчатка, которую ты заложил, была очень ядерная, Арета. Теперь, если ты нажмешь на кнопку полевого набора, команды Браво, это... Браво, вся эта долина превратится в огромный огневой шар смерти. Знаешь что, Арета, думаю, эта честь надо представить тебе. В конце концов, это ведь ты всю работу сделал. Готова? Да. Очумей просто. Они все просто полетели, как дураки. А дракон жив остался, я тоже. Это тоже. А вот это другое уже дело. Все, окей. Это готово. Так, это я открываю для себя. Не смотрю, что мне дали. Но это мне нафиг не нужно. Да, сейчас сдавать квест будет уже следующая серия. Мы получили 24 уровень наконец-то. У нас есть бесконечное дыхание. И ока. Вот эту фигню я могу пользоваться. И кататься везде. Можно так сказать. Ладно, D5, нифига гиди называть D5. О, тут есть и... Учите снять их кожу. Нужна помощь? Береги себя. У меня только лучший товар. А, нет, тут только учите снять кожу. А, подожди, лучший товар? Чем могу быть полезен? Я могу тебя починиться, могу продать тебе что-нибудь, да? Особо ничего не могу продать. Интересно. Береги себя. Это вводное дыхание. Ему прям кину. Ну ладно. На эту серию я заканчиваю. Увидимся в следующей серии. Три поражения. Все, удачи вам и пока.